Спасибо большое, Анастасия. Мы продолжаем. В Азербайджан за 11 месяцев текущего года прибыло более 2 миллионов иностранных гостей, что на 30% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили организаторы азербайджанского туристического саммита, посвященного столетию общенационального лидера Гейдара Алиева. Среди лиц, посетивших страну, большая часть приходится на Россию, Турцию, Иран, Индию, Грузию, Пакистан, Узбекистан и Казахстан. Только в ноябре в страну прибыло примерно 170 тысяч иностранных гостей. На мероприятии было сообщено о том, что в Азербайджане вскоре будет разработана государственная программа по развитию туризма, а после состоялась презентация документального фильма и книги «Гейдар Алиев и азербайджанский туризм». За 11 месяцев туристический поток в Азербайджане вырос на 30% по сравнению с предыдущим годом. По сравнению с периодом до пандемии мы наблюдаем снижение на 35%. Но также за 11 месяцев общий доход от туризма выросли на 6% по сравнению с 2019 годом и на 60% по сравнению с 2022 годом.